День Победы – это не только праздник, но в первую очередь люди. Именно ветеранам в эти дни должно быть уделено особое внимание, отметила на аппаратном совещании заместитель главы Елена Сидоренко. В сегодняшний день в городе у нас проживает 872 ветерана. Из них 35 участников Великой Отечественной войны, 700 тружеников тыла, 117 вдов участников войны, 8 блокадников и 12 несовершеннолетних узников. Посетить всех ветеранов необходимо до начала всех торжественных мероприятий – до 5 мая. В эти дни, когда осталась всего неделька, нам нужно встретиться с каждым буквально ветераном именно с этой целью. Каждый ветеран закреплен за администрацией городского округа, за депутатским корпусом, за социальными служебными. И это наша с вами задача при встрече глаза в глаза – узнать проблемы, еще раз решить то, что мы не смогли решить в предыдущее время. Ну и, конечно же, поздравить, пожелать доброго-доброго здоровья и долгих лет жизни. Уже с пятницы в Ленинске-Кузнецком начнется череда концертов, встреч и торжеств, куда будут приглашены участники Великой Отечественной войны и дружники тыла. Вместе с традиционными акциями, такими как «Свеча памяти», киносеанс под открытым небом, высадка деревьев, пройдет торжество, посвященное 40-летию Монумента Победы на площади в центре. Горожане приглашаются в 12 часов. Всю информацию с датой и временем проведения всех мероприятий можно найти на сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. Там же можно ознакомиться с тем, какие дороги и когда будут перекрыты в связи с массовыми мероприятиями.